Алтайские предприниматели подарили детям праздник. На него пригласили малышей из многодетных семей индустриального района. Приглашенных детей, ну, где-то в районе 55 человек. Ребятишки сегодня пришли нарядные, в новогодних платьях, с хорошим праздничным настроением. Они пришли за подарками, рассказать стихи. Предновогодние бесплатные обеды в Барнауле проходят уже второй раз. В начале декабря 90 ребятишек принимал клуб «Фараон». Теперь местом встречи стало кафе «Гжель». Для детей накрыли праздничный стол, пригласили аниматоров. Благотворительная акция «Накорми ребенка, подари радость» объединяет предпринимателей и алтайских производителей. В стране не остался и барнаульский пивоваренный завод. Все малыши попробовали вкусную продукцию, лимонад нескольких видов. Интересы предприятия здесь, они практически нулевые, потому как это, по сути, чистая благотворительность. Мы помогаем продукции создать некий, скажем, добавить к этому празднику большую ценность для детишек.